Всем привет! Сегодня с вами приготовим очень вкусный пирог с вишней. В миску вбиваем яйца. Добавляем сахар, ванильный сахар, щепотку соли. Взбиваем миксером. Добавляем сметану и растопленное сливочное масло. Далее добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Перемешиваем тесто до однородной консистенции. Нам понадобится форма диаметром 22 см. Тесто равномерно распределяем по форме. Сверху выкладываем вишни. Посыпаем сахаром. Выпекаем в хорошо разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 40 минут до готовности. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Когда пирог готов, посыпаем сахарной пудрой. Наш пирог с вишнями готов, он получается очень вкусный и воздушный. Всем приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!